Всем привет! И сегодня у меня такое новогоднее видео. Где я подведу всякие итоги года. Расскажу, почему. Я расскажу, почему я новогоднее не видео. Но с января я уже хочу много так снимать видео. Чуть-чуть декора. Вот как он у меня выглядит еще. Вот такой шар. Он меняет цвета. Ну и маленькая елочка. Если кому интересно, существует еще большая елочка. Ладно, для начала будет такой рассказ. Почему меня давно нет? И я уверен, что это многим интересно. Наверное, уже многие заметили, что у меня 3-4 места нет. Одни видео про игры. Может, скучновато кому-то. Новогоднее видео я был снять обязан. И я вот сейчас его сниму, но потом пойму, что надо там делать видео. И будет вам куча видео. Я на видео с играми, конечно, делать гораздо легче, чем такие, но мне даже такие нравятся чуть больше. Я поэтому их хочу делать как можно больше. И с января следующего постараюсь делать видео хотя бы 5 таких. Это минимум. И на данный момент сейчас 8 часов вечера. Поэтому Новый год уже достаточно скоро. Считать не буду, но скоро. И не буду снимать прямо на такое очень долгое видео. Но я хотел чуть-чуть поговорить, вспомнить и рассказать, что у меня и вообще происходит, есть ли я или нет. С января я постараюсь уже снимать много видео. И всем спасибо за просмотр этого видео, кто, конечно, его смотрел. С праздником! Всем пока!